Доброе утро! Я решила как-то сразу, не отходя от этого прекрасного места, с вами поздороваться. В общем, что это была моя утренняя рутина. Я всегда просыпаюсь, сначала пью прям очень много воды. Я вообще в день пью очень много воды еще с самого детства. Делаю себе кофе, гуляю с собакой. Потом у меня зарядка. На самом деле она вообще не занимает много времени. Для разнообразия иногда хожу в зал, иногда занимаюсь дома, иногда на балконе. Каждое утро у меня стабильные упражнения, но периодически я добавляю какие-нибудь силовые тренировки на разные участки тела. После этого, соответственно, душ, медитация. Она у меня тоже максимум занимает 10 минут. Я уже рассказывала, что учусь в школе, поэтому там нам дают медитации на каждую неделю. И все лето, пока у нас были каникулы, я делала 3 мои любимые практики. Это практика на солнце, практика на, это можно сказать, заземление, и практика на зеленый диапазон. Это наше сердце и как раз напитка энергии жизни. И вот сегодня я просто делала одну из любимых, это запитка солнцем. Подумала, что сегодня такое солнышко, поэтому прям вообще идеально. То есть я просто визуализирую, как каждая моя чакра напитывается солнечной энергией. После этого у меня, в принципе, энергии гораздо больше, прекрасное настроение. И это такой заряд бодрости и сил. Тогда быстро расскажу. Практика заземления нижней подключки. Это просто я, допустим, сижу на стуле и визуализирую, как из самого ядра земли у меня есть такие плотные, большие, красивые корни, которые проходят там через ступни, через все тело. Также тело заряжается, как раз соединяется с землей, и там ты и отдаешь, и берешь. И зеленый диапазон — это просто являешь все вокруг себя зеленым, либо можно настраиваться на лес и представлять, как вы грудью вдыхаете этот зеленый воздух, полностью вас наполняет, и потом на выдохе там весь негатив уходит, и вот так вот заново вы наполняетесь, выдыхаете все, что вам не нужно, и в конце уже просто вы как бы вдыхаете и полностью наполняетесь. Я вообще люблю медитации. Это время, когда вы можете побыть наедине с самим собой, рядиться. Повторюсь, много времени это не занимает. В моем случае это максимум 10 минут. Зато сколько пользы. Я тоже о нем уже рассказывала. Просто я каждое утро пишу, за что я благодарна была прошлому дню. Тоже очень расслабляет, настраивает на позитивный лад. И вот это занимает у меня, наверное, 2 минуты. То есть суммарно, наверное, моя утренняя рутина занимает максимум 1,5 часа. И из них самое долгое — это прогулка с собакой. Сегодня у меня вообще такой спокойный день. Я просто как раз хотела поснимать. Возможно, еще поделать какие-то заготовки из еды. Сейчас буду напрягать свою силу воли и, возможно, готовить. Thank you.
Я только что делала дыхательную практику, и она теперь думает, все ли со мной хорошо. В общем, у нас, как всегда, на фоне тако и ее говяжий рубец. В общем, приготовила я обед, поработала и думала уже прощаться, но тут мне что-то пришла идея в голову. В общем, я хотела вообще с вами поделиться лайфхаками. Там, что мне помогает хорошо выглядеть. То есть это не какие-то лайфхаки насчет там, мне помог вот этот крем или вот этот косметолог хороший, а это скорее такие инструменты, которые, если применять каждый день, то лично я вижу какой-то эффект и вообще как-то со временем, с годами, хотя мне всего 26, мне, допустим, гораздо больше нравится, как я выгляжу сейчас, нежели там 3 года назад. И в моем списке получилось целых 5 пунктов, но они все для меня супер действенные. Я не буду говорить здесь ничего про вредные привычки, это и так все очевидно. В общем, начну. Так, первое. Наверное, это супер очевидно, но все же не могу это не сказать, но это, конечно же, сон. Я раньше была уверена в том, что я — это вот прирожденная сова. Я ложилась спать там в 3 ночи, в 5 утра, спала до обеда. И мне так, в принципе, было нормально. Не могу сказать, что я как-то жаловалась на такой режим. Сейчас, проживя столько лет, когда я ложусь до 12, просыпаюсь я там всегда в районе 7 утра, всегда плюс-минус час. Это какое-то совсем другое состояние, когда ты понимаешь, что все еще, в принципе, спят, когда на улице очень тихо. Читала еще книжку, где это книга о медитации, о духовном развитии, и там говорилось о том, что просто когда человек там рано сам хочет ложиться и рано вставает, то он как будто более синхронизирован с биоритмами Земли, и от этого у него становится гораздо лучше самочувствие. В общем, я не знаю, как это объяснить, но если я рано ложусь и рано встаю, то во мне всегда гораздо больше сил, мне не нужно валяться в кровати еще там полчаса, час, чтобы оторвать себя от подушки. Я всегда встала, и все, я хочу жить. Там, я никакая не припухшая, отекшая. И я стала жаворонком, и мне очень нравится мое самочувствие такого режима. А второй пункт — это массаж. Я сейчас не имею в виду комплексный массаж всего тела, хотя это тоже безумно полезно, и самое главное, что это очень приятно. Но я сейчас говорю про массаж, который я начала сама себе делать. Это массаж шеи и плечи. Я тоже сама себе разминаю, то есть у меня на это уходит тоже, наверное, 5 минут. Но накопительный эффект, я надеюсь, не заставит себя долго ждать. Мне кажется, что многого количества людей как раз-таки зажата эту область, потому что если нам что-то не нравится, мы сразу как-то вот сжимаемся, зажимаемся, поэтому шея — уязвимое место. И вот после того, как я начала сама себе разминать эту область, мне стало казаться, что как будто у меня лучше кровообращение началось. Я сейчас верну говяжий рубец. Да. Как будто улучшилось кровообращение, цвет лица тоже улучшился. Состояние такое более легкое. Третий пункт — это перевернутые асаны. Это из той серии, если я хочу резко как-то выглядеть лучше, то я всегда встаю в перевернутые асаны, и у меня моментально меняется лицо. За перевернутых асан можно говорить бесконечно, я, наверное, лучше просто вставлю сюда, что это за собой несет. Но когда я там стою на руках или стою на голове, у меня моментально происходит очень сильный приток крови в голову, там благотворно влияет на обновление клеток и все в этом духе. И, в общем, после перевернутых у меня всегда очень здоровый цвет лица, у меня уходит отек. В принципе, голова как будто становится более ясной в том числе. Четвертый пункт — это контрастный душ. Все наслышаны, наверное, о пользе. Помимо того, что здорово, когда ты с утра можешь так взбодриться, он еще имеет накопительный эффект, то есть у вас не в моменте прилив энергии, а наоборот, она начинает постепенно увеличиваться после того, как вы там регулярно делаете контрастный душ. Тоже, если говорить о пользе в моменте, то это снимает отеки, улучшает тонус лица. Опять же, если мне хочется в этот день как-то выглядеть особенно хорошо, то я обязательно приму контрастный душ и буду радоваться жизни. Пятый пункт, он,
наверное, не очевидное, может быть, и очевидное, но без него никуда ничего об этом не сказать. Это, конечно же, работа над своими негативными паттернами, или это можно назвать духовным развитием, в общем, как угодно. Что я здесь имею в виду? Во-первых, если вы начинаете работать над собой, смотреть на мир более там сердечно, то вы станете гораздо менее угрюмым, что будет влиять на ваше лицо, будет влиять на то, как вы себя ощущаете, и на то, как вас воспринимают окружающие, вообще внешний мир. У меня просто был один такой очень интересный пример, как это работает, не знаю, но мне это очень запомнилось. В общем, у меня был один паттерн, там, не буду говорить какой. Я с ним жила там очень долгое количество времени, и смотреть на духовном плане, то этот паттерн, он еще и плюс связан со всей работой ЖКТ. Я ничего не болела, все было нормально, но при этом у меня были прыщи, и я не понимала, откуда они появляются. Это было 3 года назад. Просто в момент медитации как-то осознала, что я себя веду неправильно в этом, и в этот же день мне просто захотелось сменить крем. То есть мне попадается реклама какого-то крема для лица, я его покупаю, мне привозят, и все, у меня там через пару недель прыщей уже не было. И это настолько, ну, интересное стечение обстоятельств, после которого я точно уверена во взаимосвязи духовного и материального, что то, как мы себя ведем, то так себя будет чувствовать наш организм в том числе. То есть ничего не проходит бесследно. Это то, что я хотела сказать. В принципе, это были мои 5 пунктов, как выглядеть хорошо. Они мне действительно помогают. Я себя чувствую после них значительно лучше. И надеюсь, что вам они тоже были полезны. И что я еще хотела сказать? Я думала во следующем влоге сделать вставку с ответами на вопросы. Потому что, к сожалению, у меня что-то не получается на них развернуто отвечать, когда вы их пишете в комментариях. Поэтому, если хотите, вы можете задать вопросы в комментариях именно под этим видео. Могут быть вопросы на абсолютно любую тему. Про одежду, про отношения, про питание, про спорт. Абсолютно все, что вам придет в голову. И в следующем влоге я просто вставлю вставку с этими ответами и постараюсь на них ответить как-то максимально интересно, развернуто. Точно лучше, чем я это сделаю в комментариях. И, наверное, на этом уже будем прощаться. Огромное вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.